Моему деду 95 лет, а его жене всего лишь 30. И у деда всегда отличная потенция, и женщины его любят, потому что у него еще помимо жены есть еще 3 любовницы. Как он это делает? Друзья, 95 лет, как повысить потенцию в любом возрасте? Итак, рецепт от моего деда. Пока ставим лайк, подписываемся на наш канал, потому что здесь все про потенцию и мужское здоровье в любом возрасте. 20 лет вам, 45 или 90. Здесь мы смотрим, наблюдаем и повышаем свою мужскую силу. Согласны? Итак, друзья, каждое утро, абсолютно каждое утро мой дед выходит на огород, да, и срывает ровно пучок вот этой травы. Что это за трава? Сами напишите в комментариях или досмотрите данное видео до завершения, а оно не длинное. И в конце я все расскажу. Рецепт прост. Берешь пучок от этой травы, моешь и сразу кушаешь. Если, ну, она как бы как жмых идет, да, плохо кушается, запивайте обычным стаканом холодной или тепленькой воды, какой вам удобнее. Все. И так ежедневно. Вы спросите, а если зима, как поступать, не лето? Вот эту траву мой дед выращивает в обычных горшках, и она отлично растет, просто отлично. Натурпродукт, супер рецепт, ежедневно, каждый день по пучку травы, каждое утро. И потенция даже 95 лет будет на высоте. Данный рецепт подходит абсолютно всем, неважно вам, 20, 45 или в преклоном вы возрасте. Друзья, больше рецептов у нас на канале. Обязательно про потенцию больше посмотрите. Вот эти 3 видео закрепленных. 1, 2, 3 у нас в шапке профиля. Посмотрите также телеграм, подпишите. И 3 закрепленных видео на канале. Там все про потенцию. Если хотите больше рецептов, обязательно пишите в комментариях. Давай больше рецептов. Пишите прямо сейчас. А касаемо этой травы, как я и обещал, эта трава называется петрушка. И надо ее обязательно брать или у бабушек, или сами выращивать.